Таня, проходите сюда. Таня, вот так. Иди сюда, иди сюда. Спасение нашего государства и спасение миллионы жизней.
Мы, конечно же, благодарим всех здравствующих в настоящее время участников Великой Отечественной войны и родственников указанных героев за тот неоценимый вклад их родителей и, конечно же, непосредственно участников Великой Отечественной войны. Желаем им здоровья, счастья, процветания и, конечно же, любви. Любви родных, близких и всех земляков и всех россиян, потому что вы, участники Великой Отечественной войны, совершили героический подвиг. И эта благодарность должна остаться на тысячелетия и на века в сердцах каждого россиянина. Я в настоящее время также желаю всем участникам сегодняшнего турнира, конечно же, стойкости, мужества, героизма и достижения великих побед. Всего самого наилучшего. Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 августа 1945 года Мартиросову Гуляну было присвоено звание Героя Советского Союза. Ах ты война! Что ты подлое сделала? Не спешите, постойте, ребята, побеседуйте тихо со мной и скажите, какой был веселый и какой он еще молодой. Прошу почтить минутой молчания всех, кто не вернулся с войны. Встаньте, и пусть ваше молчание будет самым грозным протестом против войны. Посмотрите, как поля горы величаво в вихревом потоке так летал, сражался на гулях, символом промчавшись по эпохе. На пасарах они не пройдут. 6 апреля, год 45-й, 113-й вылет, рожденный в порядке, жбу выбивая.
от страха легко. На пасторах враг не пройдет. В небе московском, в небе над Минском сражался отважно на Прибалтийском. В руках Бабина и кого-то медаль. За Польшу героя посмертную дали. Люди, живите, радуйтесь и дети, мой милый край, самый лучший на свете. Кровь закипает, а сердце поет. На пасора враг не пройдет. Посмотрите, как парят орлы, величаво, в вихревом потоке, это Мальтирози на гулях, обнимает крыльями наш Сочи. Почетных гостей нашего турнира, близких родственников легендарного мафиоза Нагуляна, его племянников Ишхана Амбарцуновича и Михаила Антоновича. И снова представляется Михаил Антонович. Дорогие спортсмены, разрешите пожелать вам, вашим спортивным поприщам, победы. Если не победа, то всегда должно быть стремление к победе. Я вам желаю, чтобы стремление к победе, спортивной победе, у вас никогда не иссякало. Занимайтесь спортом, представляйте нашу страну, наш край, наш город, побеждайте. Спортсмены стране нужны. Удачи вам, ребята. Спасибо. Это от магазина «Пятерочка» района Соболевка. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам и дали нам возможность прикоснуться к большому подвигу народа. Спасибо.
спортсмены, вот, скажем так, этого праздника, который у нас проходит много лет. Я сам боролся в первых рядах на 60-х годов, был чемпионом этого турнира. Вот. Я вам скажу, каждое поколение, которое идет, мы всегда помним этот турнир, потому что это наши дети, вам это уже праздник. И слово «победа» за то, что они сражались, что мы так сегодня живем, можем дать все детям своим, чтобы они росли. Самое главное, что сейчас сегодня делается, чтобы у вас мирное небо над головой было, чтобы вот этот самолет пролетал, он был только мирным. И чтобы ваши победы, все вас, когда вы скажете слово «победа», это было на ковре, и вы стали чемпионами. Чтобы вы встали и скажем, на устах вас, я услышал когда-нибудь слово «победа», чтобы оно всегда было за вами. А вам здоровья, счастья и спортивной удачи. Это истинный патриот нашей страны, патриот нашей России. Я хочу
мы живем в России, мы живем в нашем славном городе, мы должны его прославлять и гордиться тем, что мы россияне. Удачи, успехов, ничего не бояться, вперед, к этой победе. Спасибо. Выход! 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 Вы